«Прислушайся к своему сердцу». Акция с таким символичным названием положила начало большому комплексному мероприятию, инициированному Центральной поликлиникой. Оно будет проводиться циклами и затронет ряд учебных заведений города. Цель – охватить как можно большее количество педагогов комплексной медицинской квалифицированной помощью. Причем прямо на рабочем месте. Специальная бригада медиков ведет прием в оборудованных кабинетах первого этажа. Педагоги могут сделать электрокардиограмму сердца, измерить артериальное давление, вычислить индекс массы тела и получить консультацию врача-терапевта. Для многих учителей стресс, аритмия, повышенное артериальное давление уже давно стали верными в кавычках спутниками по жизни. Работа у педагогов непростая, сил и энергии расходуется много, а восстанавливать их особенно некогда. Чаще всего люди приходят с жалобами на повышение артериального давления. Оно может сопровождаться чем угодно. Это может быть головная боль, слабость, это может быть головокружение, тошнота. В зависимости от того, сопровождается с дополнительными какими-то симптомами или нет, вот это повышение артериального давления, человек приходит рано или поздно. Чем сильнее проявляется, тем раньше человек приходит. Бывают люди, которые абсолютно не чувствуют повышение артериального давления и ходят с ним, пока не произойдет какая-либо сердечно-сосудистая катастрофа. Моим учителям не надо теперь идти, будет в поликлинику, стоять там в очереди, потому что люди болеют, период вот такой, а здесь они спокойно придут. Конечно, это очень важно, но и облегчает и здоровье крепкое учителей. Не нарушается учебный процесс, потому что, чтобы пройти вот комиссию, значит, надо учителю время, а порой не всегда так получается, потому что есть уроки. А это очень хорошо и удобно. 30-я общеобразовательная школа стала первым пунктом акции. Однако не последним, уверяют организаторы. Подобные превентивные мероприятия пройдут во многих учреждениях города и района.